взгляды людей. Вот сейчас где внимание? Мое внимание. Мое внимание. Да, именно про тебя говорю. Мое внимание. Ну, как-то вовнутрь пытаюсь себе заглянуть. Ну, надеюсь. А как же взгляды? Ага, взгляды. Ну, взгляд в себя. Теперь уже хочу в себе вообразить. Вот в себе вообразить, это тоже так вот ни о чем, да? Угу. Смотри, твое тело все чувствует, все знает, что ты испытала в своей жизни. Все может вспомнить. Угу. И вот сейчас происходит же что-то в этой комнате. Мы с тобой говорим, а ты этого не ощущаешь. Потому что внимание твое направлено на меня, на то, что я говорю. Угу. А ты свое внимание можешь отправить куда угодно. Это не имеет отношения ко взгляду. Угу. Ты можешь смотреть на меня, а думать о том, как у тебя дома. Ты можешь смотреть на меня, а почувствовать ум. Угу. Поняла. До этого ты чувствовала ее? Обувь на ногах? Нет, не обращала внимания. Вот, когда ты начинаешь именно не обращала внимания. Ты видишь, вот как просто все. Угу. То есть внимание твое может находиться где угодно. Оно может находиться в ушах, и ты можешь слышать. В глазах, в носу, во рту, в тактильности. Угу. И можешь вот пробежать, поэтому возьми. Представь, что ты держишь лимончик в руках, ощути его. Можешь открыть глаза, можешь закрыть. Угу. Ощути его, какого он на ощупь, опиши его. Шершавенький. Угу. Прям потрогай его руками. Продолговатенький. Потрогай. Такой с пипочкой. Угу. Впереди. Запах можешь его услышать? Да, пожалуй. Чувствую такая-то. С горчинкой. Угу. А вот резать его начинаешь. Может брызги попасть в глаз? Сразу во рту кисло. Кисло, конечно. Кисляк. Лимон есть в руках или нет? Есть. Есть, хорошо. Прекрасно. Вот сейчас открой глаза и смотри мне в центр ладони. Внимательно смотришь в центр ладони. А теперь смотри за нее. Сквозь нее. Угу. И смотря сквозь нее, ты можешь посмотреть и увидеть. Там тот лимончик, о котором говорили. А можешь увидеть себя с этим лимончиком. Можешь увидеть себя в прошлом. Помнишь себя маленькую, когда ты держала лимончик? Ну, с лимончиком не помню. А маленькой помню. Помнишь. Ну, посмотри сквозь руку. Что ты там видишь? Угу. Пока ничего. Ничего. Хорошо. Закрывай глазки. Рука застывает. Застывает. Напрягай чуть-чуть руку. Застывает. Пускай они напряги, пускай они поработают, повисят. И мозг твой пусть поработает. Пускай поработают, повисят. Вот так. Приложи усилие чуть-чуть. Угу. Вот так. И пускай они чуть-чуть поработают. И мозг твой работает. И тело твое работает. И ты слышишь мой голос. И следуешь за моим голосом. И ты можешь представить то состояние, в котором ты получаешь информацию. Информация течет в виде стихов. И она прям каким-то невидимым лучом проникает, и ты их знаешь. Знаешь именно в этот момент. И твое тело может вспомнить это состояние. Прекрасно. Я буду и дальше прикасаться к тебе. Это тебе не касается, так ты находишься в своем состоянии, в состоянии творчества. И ты можешь отметить, что помимо стихов, там может появиться проза, могут появиться картины. Ты берешь то, что тебе ближе. Получаешь то, что тебе ближе. И именно в этом состоянии, в состоянии творчества, приходит все в норму. И ты
перестаешь замечать какие-то вещи, которые происходят здесь, прямо сейчас. Ты можешь слышать мой голос и другие голоса, но на них не обращать внимания. Не обращать внимания на какие-то шумы, потому что, слушая их, они еще больше погружают тебя в твое состояние сосредоточенности, в котором ты получаешь информацию. Информацию, которая в виде стихов поступает в каждую твою клеточку, в каждую твою извилину. Вспоминая это состояние, расслабляешься больше и больше. Прекрасное состояние, прекрасное ощущение, замечательное состояние. Ты можешь слышать, видеть и чувствовать. Слышать, видеть и чувствовать все то, что происходит у тебя. Происходит у тебя в данный момент. И припоминая, как это происходило в лучший момент в твоей жизни, когда тебе приходили стихи, когда приходила проза, когда приходили картины, когда приходили какие-то открытия. Те открытия, которые говорили тебе: я могу, я лучше, я талантливая. И именно это ощущение запоминает каждая твоя клетка. Каждый орган запоминает это приятное ощущение. Ощущение, в котором ты творец. Какой-то невиданной нитью ты соединена с тем потоком, который дарит прекрасные стихи. Дарит прекрасные слова. И это происходит само. И шаг за шагом. Твое тело обучается. Я прикасаюсь к правой руке. Застыло. Прекрасное ощущение. Прекрасное состояние. И в этом состоянии ты обучаешь свое тело отмечать и калибровать именно те моменты, когда к тебе приходит муза. Муза творчества. Муза, которая шикарна сама по себе, потому что она есть. И ты можешь знать, что она приходит именно через тебя. И ты можешь ее транслировать. Легко и спокойно. Легко и спокойно транслировать стихи, которые тебе приходят. И ты можешь припомнить, что когда ты была маленькая, ты читала какие-то произведения, которые производили на тебя впечатление, которые тебе нравились и вдохновляли, которые давали тебе силы, познание, слога и смысла. И ты можешь отметить, что сейчас ты такая же, как они. Ты так же, как они, творишь творчество. Так же, как они, можешь это творчество. Легко и свободно трактовать, описывать, сочинять и оформлять так, как тебе нравится. И ты знаешь, что это главная твоя ценность. Ценность информации. Информации извне, информации от своего тела. И управляя этим, этими состояниями, ты еще больше будешь получать какую-то сакральную для тебя информацию, которая будет обучать тебя, твое тело, быть такой, какой ты мечтала всегда.
такой, как ты хочешь быть. И это фиксируется у тебя внутри. Прямо сейчас я попрошу тебя вспомнить очень-очень яркий из твоей жизни момент. Он может быть в любом возрасте, он может быть любого качества, но он яркий и запоминающийся. Его легко будет воспроизвести. И этот момент ты произведешь прямо сейчас, тогда, когда тебе шла информация. Неважно какая. Возможно, это было предчувствие, и ты знала, что так есть. Возможно, это была проза. Возможно, это были стихи. Ты знаешь, что это было и что это был за эпизод. И я попрошу тебя припомнить звуки, которые были вокруг. Припомнить цвета, ощущения. И когда та ситуация, о которой ты думаешь, станет как будто бы реальной, ты дашь мне знать движением указательного пальца правой руки. Если что-либо мешает тебе, ты дашь мне знать движением большого пальца правой руки. Угу. Что тебе мешает? Я не могу вспомнить никакой момент яркий. Угу. А ты придумай себе момент. Угу. Придумай, как ты, будучи дома, занимаясь какой-либо работой, обнаружила, что идет поток стихов. И ты тут же занялась тем, чтобы их записывать? Ну да, перед сном что-то придет, такое быстренько надо встать и начинать писать. И вот это состояние ты вспоминаешь. Больше и больше. Могут пойти большие картины, а затем и маленькие, а затем текстура. Может появиться голос или звуки. Справа или слева, сверху или снизу. Абсолютно не важно, так как твое ухо знает, откуда они идут и как это слышать. Могут появиться краски. И восстанавливая шаг за шагом, представляя, как ты находишься перед сном. В известном тебе месте, комфортном тебе месте. Твое тело восстанавливает каждую мелочь. Ты можешь отпустить это состояние. Отпустить и не концентрироваться на восстановлении, так как оно сейчас будет происходить само собой. И когда эта картинка станет как будто бы реальной, ты дашь мне знать движением указательного пальца правой руки. Хорошо. И каждая клеточка запоминает это состояние. Каждый орган наполняется им больше и больше. Больше и больше наполняется каждая извилина. И оно становится в два раза сильнее. В два раза сильнее. И ты начинаешь ощущать на другом уровне, как меняется твое восприятие. Меняется твое вдохновение, как меняются твои ощущения. Наслаждаться этим. Позволить этому происходить. Позволить заполнить самые отдаленные частички тела. Самые маленькие.
наслаждаешься этим. Запоминаешь это. И это состояние ты возьмешь с собой из этого путешествия. Ты возьмешь с собой и будешь ощущать его после того, как полностью проснешься. Оставив там, в этом путешествии, все, что ограничивало и мешало. Все, что не позволяло тебе раскрывать себя полностью, ты оставишь там. И с каждым днем эти изменения будут происходить интенсивнее и интенсивнее. С каждым днем ты будешь отмечать стабильнее свое состояние. Состояние творчества. Состояние покоя. Состояние знания и мудрости. В каждой клетке. В каждом органе. Твой мозг делает очень важную работу. Так как он знает, что наше путешествие подходит к концу. И скоро я буду считать, а ты будешь проваливаться еще дальше, еще глубже. И забывать начало и конец сеанса. А впоследствии весь сеанс. Но когда я скажу три, ты полностью проснешься и на всю жизнь запомнишь эти ощущения. Прекрасное ощущение творчества. Прекрасное ощущение потока. И самостоятельно сможешь ходить в них, делая ту работу, которая тебе нужна, которая приносит тебе удовольствие, которая отличается от всего того, что ты раньше делал. Отличается твоим желанием, отличается твоим намерением, отличается тем, что это выглядит просто шикарно, так как это твое творение, которое делаешь только ты и умеешь делать только ты и твой организм. И это ты запоминаешь на всю жизнь. А то, что тормозило и ограничивало, ты забываешь. Так как помнить это навык, забывать это тоже навык. Помнить, чтобы забывать. Забыть, вспомнить, вспоминать, забывать совсем. Забыть совсем. Я говорю один. Ты начинаешь ощущать положение своего тела. Хорошо, руки расслабляются медленно, опускаются. Наступает легкость во всем теле. Легкость. Легкость и удовольствие. Я говорю два, и голова становится светлой и ясной. Ощущение чудесное. Когда я скажу три, полностью проснешься. Ощущение, как после крепкого, хорошего сна. Каждая клетка отдохнула, каждый орган восстановился, чувствуешь себя замечательно, просто замечательно. И забываешь все, что ограничивает. Запоминаешь каждой клеточкой. Твое творческое начало, которое с каждым днем будет становиться сильнее и сильнее. С каждым днем ты больше и больше будешь наблюдать, как эти состояния присутствуют в твоей жизни, становятся дольше и комфортнее. Удобнее и комфортнее. И когда я скажу три, твои глаза полностью откроются. Ты полностью проснешься. Ощущение
просто фантастически. Хочется творить. Хочется дышать полным грудью. Хочется наслаждаться. Я говорю три. Привет всем. Хорошо. Есть какой-нибудь дискомфорт? Нет. Нет. Какие-нибудь запахи слышал? Шатырки. Слышал? Да. В начале. Он тебя тревожил? В начале, да? Нет. Нет. Хорошо. А руки у тебя устали? Ну, немножко. Вот как-то в этих местах. Угу. Так это дискомфортно или комфортно? Ну, не... Ну, не могу сказать, что сильно напрягали, но как бы вот... Ну, я их... Или мозг говорит, что они должны устать, я же их держала. Не знаю. Что-то он вроде ничего не говорил. Но как бы... Как-то, видимо, как-то все-таки я это чувствую, что они где-то тут, то есть, но убрать как-то их не могла, то есть вот. Как-то их держала и убрать не могла? Ну, опустить как-то вот, они как-то держались, сами как-то держались. О, сами держались, сами как-то были там. А когда вспомнила ощущения свои перед сном, когда идет поток, что происходило? Ну что, все тело как-то гудело. Гудело. Комфортно гудело? Ну да, так. Как-то, ну сказать, вибрировало. Ну что-то как-то вот, какие-то вибрации шли. Как-то вот прям до пят. Это приятное ощущение? Да. Этот поток, у тебя такие ощущения? Ну, думаю, что меньше. Меньше? Ну сейчас они у тебя побольше. Они будут вот такие, и у тебя по-другому как-то это будет происходить, ты наблюдаешь за собой. Угу. И это будет только положительное изменение. О чем я вообще говорил с вами? Что? О чем я говорил в сеансе? Хорошо. Все, ну так, можешь решать. Хорошо все у тебя. Все. Все хорошо у тебя. Спасибо.